Что делать, если пропал локальный диск? Вот заходим в мой компьютер. Как видите, диска D нет. Очень часто это происходит после того, как установили Windows там и так далее. Не переживайте, он есть, никуда он и не пропал. Значит, первым делом, что мы делаем, мой компьютер, правая кнопка, управление, управление дисками. Находим здесь наш диск D. Как видите, он без названия. Вот он. Нажимаете правую кнопку, изменить букву диска, добавить, нажали диск D, все. Иногда диск D нельзя выбрать, потому что он уже занят. Что нам нужно для этого сделать? Зайти в свойства, диспетчер устройств. Так как у меня CD-ROM нету, то у меня этого пункта не будет. У вас будет здесь пункт CD-DVD, записывающее устройство, что-то это вроде. Удалите на время это устройство. После этого зайдете сюда же. Здесь удалите. Вот, там будет, а вот, вот здесь DVD-CD. У вас будет CD-ROM, это у меня виртуальный. Удалите. Все, перейдете сюда, нажмете изменить букву, выберите D, потом зайдете сюда, нажмете админ и под, ну там что у вас будет, и нажмете обновить. То есть CD-ROM снова станет на свое место и уже будет называться там буква E, я не знаю. В общем, это все, ничего страшного, почти, как видите, этому нет. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. На канале еще есть много чего интересного. Все, до свидания.